Всем привет, с вами StevPro, и сегодня я покажу вам рясичные шейдеры для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данных шейдеров в вашем мире изменится с квадратного мира, он станет настоящим круглым миром, в котором мы сейчас живем и находимся, и сейчас вы смотрите данное видео. Ну что ж, сразу заметьте, что ваш мир вправду станет круглым, но, к сожалению, бывают разные баги, связанные с прорисовкой текстур. К примеру, они могут просто мерцать, и это просто не прогружаться. Но сейчас на своих экранах видите, что весь мир стал круглым, но, к сожалению, если вы прекратите летать, то этот эффект будет, конечно, виден, но он маленько будет изменен, то есть его будет маленько меньше видно, и поэтому давайте лучше, наверное, будем летать, ну, потому что вот так вы просто-напросто ничего не увидите. Но все же можно увидеть, конечно, я не спорю с вами, шейдеры очень прекрасны, но сейчас можете замечать на своих экранах, что иногда не прорисовываются текстуры, это, к сожалению, большой минус этого мода, но этот баг не мешает нам насладиться вот таким прекрасным шейдер-паком, который вы можете установить, перейдя в описание и скачать его прямо с Яндекс.Диска. Да, ну, просто классные шейдеры, которые вы вправду можете скачать. Да, большой респект автору этих шейдеров. Вот, я не знаю, к сожалению, кто автор, но он большой красавчик, потому что он сделал вот такие красивые шейдеры. Надеюсь, всем они нравятся, и давайте поставим лайки. Ну и что ж, да, можно даже с этим шейдером заснять какое-нибудь выживание. Ну вы как, ребята, за или да? Точнее, за или нет? Если да, то пишите комментарии. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.